Белуга – это рыба, которая обитает в пресных водах. Она является представителем семейства осетровых и очень высоко ценится в рыбоводческой промышленности. Икра этого вида рыбы является самой дорогой из всех, представленных на мировом рынке. Примечательно, что наименование рыб в переводе с латинского означает «свинья». Это наименование полностью соответствует рыбе, характеризуя ее образ жизни, внешний вид, манеру поведения и характер питания. Белуга является самой крупной пресноводной рыбой из всех существующих на Земле. В истории описываются случаи, когда людьми были выловлены действительно очень крупные особи. В некоторых источниках встречается информация о том, что были пойманы отдельные особи массой до 2 тонн. Самые крупные особи данного вида были выловлены в 1700-х и в 1989-х годах. Их масса тела составляла соответственно 800 и 970 килограммов. Масса ее тела может достигать тонны, а длина порядка 4 метров. Есть свидетели, которые утверждают, что были очевидцами того, что вылавливались рыбы длиной даже в 6-7 метров. Белуга является обладательницей крупного, массивного коренастого туловища. Головная часть туловища внешне имеет некоторые сходства со свинкой. Носовая часть несколько притуплена, напоминает свиной пятачок. Рот в форме серпа очень широкий, обрамлен массивными губами. Зубов у белуги нет, за исключением мальков. По мере роста и превращения во взрослую особь они исчезают. В области верхней губы имеются усики, которые свисают вниз, достигая нижней губы. Глаза у белуги небольшого размера. В силу своих размеров особо крупные особи живут около сотни лет. Область спины покрывают шипы небольшого размера. Тело рыбы покрыто плотными, твердыми ромбообразными чешуйками. Белугам не свойственно вести оседлый, пассивный образ жизни. Несмотря на внушительные габариты, она постоянно меняет место обитания, любит опускаться на внушительную глубину в местах с сильным течением. Именно в таких местах она находит достаточное количество пищи. Белуга относится к хищным морским обитателям. Охотиться и самостоятельно добывать себе пищу начинает очень рано. Основной источник питания – рыба различных видов. Так как белуги являются хищниками довольно крупных размеров, рацион питания у них очень разнообразный. Сельдь, карп, бычки, лещ, вобла, осетр, стерлядь, судак. Помимо рыб разных видов, могут употреблять в пищу ракообразных, моллюсков своих сородичей, которые еще не достигли крупных размеров. При своих немаленьких габаритах рыбы являются подвижными, склонными к миграции на большие расстояния. Местом основного обитания является море, однако в период нереста белуги отправляются в устье крупных рек. С наступлением холода белуга опускается на глубину и залегает на глубоководных ямах на дне. Погружаясь в спячку, она пережидает холода. С наступлением тепла и весны рыбы пробуждаются и начинается нерест. Однако самки не дают потомства до тех пор, пока не наберут нужной массы тела. Это происходит чаще всего не ранее 25 лет. Перерывы между нерестом составляют от 2 до 4 лет. Особи женского пола готовы к размножению в возрасте 15-17 лет. На протяжении своей жизни каждая самка мечет икру примерно 8-9 раз. Икру она мечет чаще всего на песчаном дне или галечном. За один раз половозрелая самка способна отложить порядка миллиона икринок, а общая масса отложенной икры составляет практически четверть ее массы тела. Образовавшиеся из икры мальки имеют размеры 5-7 см. Первое время они обитают на мелководье или в прогретых солнечными лучами поверхностных водах, затем плывут на поиски моря. Мальки довольно быстро растут и развиваются, и уже к году достигают порядка метра в длину. В силу своих размеров и хищного образа жизни белуга практически не имеет врагов в естественной среде обитания. Одним из главных врагов и практически единственных врагов морского хищника является человек. В период нереста вылавливалось 1,5-2000 тонн этой ценной рыбы. Так как икра считается очень дорогим и элитным деликатесом, она обладает отменными вкусовыми качествами. На сегодняшний день популяция рыбы постоянно сокращается. Белугам был присвоен статус вымирающего вида, с которым они были занесены в Красную книгу. Белуга является удивительной рыбой, которая является большой редкостью в наше время. Она обладает крупной икрой, светло-серого цвета, которая по вкусовым характеристикам не похожа ни на какую другую икру.